Аллу Пугачеву похоронят на Кузьминском кладбище. Королева российской эстрады Алла Пугачева втайне приобрела себе место на Кузьминском кладбище, где похоронены ее отец, мать и брат. Примадонна уже давно в интервью спокойно говорит о смерти, ведь она не боится ее, а жить вечно просто не хочет. Наверное, потому, что знает, что будет после смерти, и надеется, что будет там ангелом-хранителем, поскольку очень любит помогать людям. Более того, в интервью Алла Пугачева призналась, что уже рассказала для своих близких о том, что они должны сделать в случае ее смерти. И место на кладбище звезда уже приобрела. Журналисты даже успели посчитать, во сколько такая покупка обошлась Примадонне. По самым скромным подсчетам, Алла выложила за место на Кузьминском кладбище не менее 2 миллионов рублей. Почему именно сейчас Пугачева задумывается о смерти? Возможно, дело в том, что ее брат и родители умерли из-за проблем с сердцем, не дожив до 65. А об ее проблемах с сердцем знает вся Россия. Правда, сама Алла Борисовна, несмотря на мысли о тяжком, умирать пока не собирается.